Вітаю вас, дорогі друзі. Продовжуємо наш ефір. Дійсно, після спортивної розминки все ж таки варто повернутися до справ духовних. Ми сьогодні говоримо про те, де можна відпочити духовно в місті Миколаєві. І ще один раз підтверджуємо той факт, що місто Миколаїв дійсно місто фестивалів. У нас іще один буде фестиваль 6 та 8 листопада «Віват Гітара». І сьогодні до нас до нашої студії завітали автори ідеї, організатори, співорганізатори цього фестивалю. Я радий вам їх представити. Це Вікторія Сологуб, викладач методист вищої категорії, кандидат педагогічних наук Миколаївського коледжу культури і мистецтв, та Світлана Гриненко, викладач вищої категорії Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Вітаю вас, дякую, що сьогодні зранку завітали до нашої студії. Отож, тезисно хотілося б дізнатися, що це за фестиваль, як часто він проводиться, та й взагалі, чи це перший на Миколаївщині, чи вже, скажімо так, черговий. Фестиваль, який буде проходити, він вже третій. Проходит фестиваль раз в два года, но идея фестиваля и непосредственно игра музыкантов, она возникла еще в начале 2000-х годов, и поскольку количество желающих выступать на Николаевской сцене, профессиональных гитаристов в первую очередь, значительно увеличилось, то вот в 2011 году впервые мы провели фестиваль, а сейчас фестиваль 6, 7, 8 ноября, который будет проходить, это уже третий по счету фестиваль, который будет в Николаеве. А чи є певна різниця між першими фестивалями та ось цим вже третім, і в чому вона заключається? Безусловно, разница большая, и она заключается в том, что впервые, когда мы проводили этот фестиваль, акцент мы ставили на присутствие профессиональных гитаристов. И, кстати, акцент мы сохранили. Ну, как бы сама идея фестиваля, она заключалась в том, что мы в силу своей профессии имеем возможность очень часто выезжать за рубеж и общаемся во многих странах с ведущими музыкантами мира. Вот мы были в Швейцарии, в Австрии. В Италии, в Польше, в Испании, ну, во многих странах. И, конечно, имеем доступ, скажем, услышать лучшие шедевры гитарного искусства. И когда мы вернулись в свой город, нам очень захотелось, чтобы все то, что видим и слышим мы, могли собрать в одном месте. Да, услышали все, потому что не каждый может себе позволить поехать в Испанию на концерты классического гитариста. Вот. И так возникла эта идея. А отличие этого фестиваля в том, что мы впервые рискнем наряду с профессиональными, высокопрофессиональными музыкантами. В этом году будут играть, скажем так, дебютанты, но ребята, которые уже за короткий промежуток, молодые музыканты, достигли определенных высот. Вот. Поэтому в этом году это будет фестиваль... Сюрприз некий, сюрприз, да? Некий для такий зрителей. Сюрприз для зрителей. А щодо, скажімо так, місця проведення, тому що зможуть миколаївці побачити гру гітаристів, які будуть приїжджати за кордону, і де це буде проводитися? Це буде проводитися 6 і 7 ноября в Домі культури УВД, да? І 8 ноября в Кірхі на Адміральській. То есть достаточно большие залы, куда... Время концертов продумано таким образом, что в пятницу, поскольку это еще рабочий день, концерт будет начинаться в 17:30 во дворце УВД, суббота и воскресенье выходные дни, в субботу в 4 часа, в 16 часов в УВД, и в 2 часа дня в Кирхе на Адмиральской. Причем программа фестиваля включает в себя и сольное исполнительство, и исполнительство ансамблевое, и вот заключительный концерт, на наш взгляд, он должен быть самым фееричным. Это будет очень необычный концерт, это будет концерт с участием оркестра филармонии Ars Nova, это самый, можно сказать, профессиональный коллектив в городе, и по праву его можно считать профессиональным, лучшим профессиональным коллективом в Украине. То есть Николаевская филармония является соучредителем фестиваля и полноправным участником. А ще, крім, скажімо так, тих, кого ми вже назвали, хто ще буде учасником, хто може стане родзинкою цієї фестивальної програми, якщо можна так сказати. В этом году мы постарались сделать таким образом фестиваль выстроить, что это будет совершенно неординарный фестиваль. Ну, во-первых, мы можем гордиться тем, что на сегодняшний день, к большому сожалению, из большого количества фестивалей, которые были раньше в Украине, к сожалению, осталось всего два. И, кстати, один из них проводит Национальная филармония Киева, Киевская филармония. Вот. И второй у нас.
То есть ни Одесса, ни Львов, ни Чернигов, которые имели традиции проведения, к сожалению, уже не могут себе, скажем так, позволить это. А мы благодаря... Николай фестивальный статус сейчас сберегает. Да, да, благодаря вот такому энтузиазму, поддержке, опять-таки, можем себе позволить еще проведение фестивалей. В этом году исключительно удивительные ребята будут играть. Первый день фестиваля открывает украинский гитарист Виктор Паламарчук, Львов, он из Львова. Но в чем, скажем так, его исключительность? Во-первых, высокообразованный профессиональный гитарист, получил образование в Украине, получил образование в Польше, но уникален он тем, что он играет не на одной гитаре, как обычно там принято, да, шестиструнная, классическая, испанская, а играет еще и на семиструнной гитаре. То есть в концерте будут звучать две гитары, шести- и семиструнная. Ну, я вам скажу так, что семиструнная гитара – это большая редкость в исполнительстве. Тобто буде на що подивитися, що також хто буде розвинкою. Второй день будет играть венгерский гитарист Давид Павлович. Ну, я вам вкратце, если вот самая яркая характеристика. В 2010 году Давид Павлович получил статус самого гастролирующего музыканта мира. Его концерты проходили в Карнеги-холл, его концерты проходили в более чем 46 странах, но при этом сейчас он в возрасте 30 лет, а начал он заниматься гитарой только в 17 лет. Ми бачимо, що дійсно все реально, все можливо. Ну і, звичайно ж, будемо сподіватися, що іще багато буде інтриги для наших жителів міста Миколаєва. Дорогі друзі, як бачите, буде на що подивитися. Отож, нагадую ще раз, що в період з 6 по 8 листопада маєте можливість завітати на фестиваль «Віват Гітара» і, звичайно ж, насолодитися професійною грою музикантів. Дякуємо нашим організаторам, які сьогодні завітали до нашої студії. Друзі, ну що ж, на цьому завершуємо наш ефір.